Когда вы увидели впервые друг друга, насколько сильно вы усомнились в своей натуральности? На ту, что, простите? Кажется, имелось в виду, какое было первое впечатление. Я уж не о том подумал, Не ты конечно. один, мой хороший. Когда я впервые увидел Сяоджани, то сразу понял, что он не особо любит продолговатые Ну, предметы. Ты чего так самокритичен-то? что? Если кто не понял, речь идет о баклажанах. На самом деле я могу часами о нем разговаривать, потому что, ну, эти губы нельзя не Я, конечно, поцеловать. понимаю, у нас цензура, но можно поподробнее. Я понял, что моя жизнь перевернется с ног на голову, когда я увидел его на съемочной площадке, потому что... Ну, она действительно перевернулась, я наступил на его скейтборд. Так а чё ты под ноги не смотрел, идиотина? Так а чё ты из гримерки полуголый вышел, там весь Китай упал. На самом деле с ним невозможно работать, он везде разбрасывает лего, А и еще еще кто-то просто... слепой не может очки Он надеть. постоянно спит с мотоциклом, мне нет места в кровати. А он любит своего кота больше меня. Наглый пиздец. Вы же помните, да, что мы это записываем все и будем выкладывать? Ну, я... О чем мы там натуральность, да? Ну, нельзя усомниться в том, чего нет.